Чувствую. Поехали. Назад ни черта не видно. Времени час. Вот такими вот ящиками с минералкой загрузился. И теперь надо выкатиться назад. Еще и ворота закрываются. Вообще хорошо. Нет, вроде открываются. Блин, ни черта ж не видно. Там еще машина стоит. Чтобы он прицепа не собачить или башкой, когда буду выравниваться. Блять, выравниваться надо. Вот такие вот загрузочки бывают. Хорошо. Коллеги помогли. Тут надо подломаться, а здесь ящики стоят, и я в них сандалию с зеркалом. Ну, сейчас можно начать ломаться. Чуть-чуть. Блин. Как начинается мой прицеп. Ладно, поеду я, наверное. Не буду я здесь стоять. Туманище, блин. Черта не видно. Дорога сейчас сами посмотрите какая. Свет я включил. Ну что, начинаем потихоньку добираться. Что такое? Почему? Почему ты на первой? А дальше? Вот. Как-то так вот бросил человек машину. Пофигу, мороз. Блин, буду смотреть через телефон. Через телефон хотя бы нет тумана. Блин, она мне не сказала, куда мы едем. Ах ты ж, ёперный ты театр. Блядь, друже, я не пролезу. Нет, я лезу, блядь, на забор. Не-не-не. Нихера. Нихера, дружище, нихера. Блядь. Блядь. Едь. Сломал, надеюсь. Потом посмотрю, что там. Стенду, блядь, забор поломали. Он еще колесо не въебали. Погнали, пока хозяин забора не пришел. Блядь, крайне узенькая дорожка. Крайне узенькая дорожка.
подружка. Я еще дебилы навигатор, блядь, убрал из подруг. Вообще ни хрена не вижу, едет там кто-то сверху, не едет. Чем-то же я, блядь, зацепился об этот сраный забор. Перепроложить? Да подожди ты перепроложить. Вот он наш поворот. Через 200 метров поверните налево. Вот он наш поворот. И теперь его надо как-то взять. Когда-то я шел пустой, а сейчас груженный. Тихонько, чтобы не повалить прицепа. Она бывает Италия. Вот такая вот. И самое интересное, что это еще вот совершенно не конец. Здесь таких движений еще будет. Задействуй тормоза. Где задействуй тормоза, красавец? Что ты мне пишешь, ерунду? Вот здесь дорожка еще более-менее. Здесь еще, в принципе, можно с кем-то разъехаться. Мне сейчас надо налево, чтобы не видно зеркало, я левой стороной прижался к дому. И потом направо. И опять налево. Я надеюсь, это на легковой не хозяин забора меня догоняет. И опять налево. Не дергайся, не суйся. Спасибо, пропускаешь. Вот, объясни мне, как ехать. Я насобирал деревень штук 20. Ездил там под балконами. Вот. И потом здесь долго не мог найти, потому что навигатор немножко по-другому вел. Правее. И везде знаки. Накружил тут, наверное, еще на ровном месте километров 20. Пока нашел, как правильно проехать. Тоже, кстати, маленькая машинка остановилась, показала пальцем, так скажем. Вот. Вот здесь вот навигатор ведет. Вот, вы видите, да? А нам надо правее. Ну, едь ты, я же не пролезу. Вот, а нам надо вот сюда. И вот этот вот маленький, хитренький поворотик с другой стороны. Я не нашел сразу. Сразу не нашел. Маленький кусочек дороги новый. Но с другой стороны хочу сказать, что такие... И сейчас я уже, в принципе, вот это уже второй.
Я все уже ехал более-менее знаю, куда ехать. И в тот раз назад, когда я выезжал, я уже тоже постарался поехать по... по более-менее нормальным дорогам. Блин, меня вот напрягает прицеп, что там захрустело об забор. Все-таки я хочу выйти и посмотреть, блин, где тут остановиться. Вот. И назад я уже в тот раз поехал по более-менее нормальным дорогам, ну, относительно. Потому что сюда я приехал. Просто по ужасным дорогам. Вот. Вот еще коллега ползет, не может разобраться, куда ему, наверное, ехать. Но и сейчас, когда я ехал сюда, я уже тоже немножко... Ай, пошло все нафиг. Пойду здесь и посмотрю. Все. Здесь легковых много не ездит. А мне надо посмотреть, что у меня там случилось. Ну вот оно. В результате на встрече моего с забором. Вот на этом месте должна была быть вот такая вот штукенция. 140 метров, походу. Два болтика, которые крепятся. Ну, очень удачно оторвалось буквально. Просто выскочили эти два болтика. Колесо целое, нигде ничего. Все ровненько. Колесо, наверное, даже не достало до того забора. Получается, я сначала услышал, как вот это вот ухо цепанулось, захрустело. Потом не удержал машину. И вот результат. Отскочил замок. Ну, в принципе, они стоят часто, темп не болтается. Поэтому ничего страшного. Надо написать на фирму. Пускай пришлют ремкомплект. Ну, в принципе, не так страшно. Оторвал один замок на тенте. Потом покажу. И все нормально. Два уха все конца подогнуты. И больше ничего страшного. Колесо просто тиранулось об бордюр. Причем так совсем слегка тиранулось. Боялся, что резану. Нет, вроде все нормально. Вот. Так что... Ну, хреново, хреново, конечно. Хреново, хреново. Ну а что делать, блин, если так вот встряли вдвоем два грузовика навстречу друг другу. Так, я не вижу, что из стороны едет, что не едет, поэтому... Блин. Причем я так аккуратно сюда ехал, столько моментов было, где мог об знаки и замки оторвать, и... Не знаю, и эти самые... И колеса призанусь. Ну настолько уже вот прям аккуратно все везде ехал. И нате вам. На выезде получите вот такую красоту. Заехать посмотреть, может где-то в Италии есть такие замки, просто купить, блин, просто купить такой замок и посадить его на болты, все будет нормально. Вот, ну это уже, не, направо резко не поедем, я там другой дорогой ехал и поеду, наверное, по ней. Оторвался он крайне удачно, вот просто идеально, темп вообще никак не задел. То есть как остались просто две дырочки, такое чувство, что его просто скрутили. Просто открутили и, блин, ну вылез бы еще дальше на дорогу. Просто открутили и выбросили. Переположить? Давай. Переположи, солнце, переположи. Вот. Вот здесь еще тут пару таких узких моментиков будет. И все. Проблема в том, что за спиной 24 тонны. Минеральной воды. Одно радует, что в ящиках. И даже целых 6 ремней. Наискосок там они по своей системе. Но радует, что они есть. Потому что в прошлый раз отсюда я вез ее в 1,5-литровой бутылках. Она была просто запалитована пленочкой. Ремней вообще никаких никак нельзя. И физически никак. Вот. И вот тут спускаться было крайне весело. Да, вот на таких вот поворотищах надо уходить на встречку, и ты не видишь, есть там кто или нет. Ну вот, это очень, очень весело. Ну а сами представляете, как стоят 1,5-литровые бутылки одна на одной. Для них каждый поворот, это вот начинается ерзание, это вот эта ламбада. Эти хотя бы в ящиках, ящик в ящик. Давай, обгоняй, пошел. Но, и тебе не хватит. Вот. Интересно, как в таких местах. Полуприцепов сюда неудобно. Я посмотрел, у них свои машины, это полноценные такие советские паровозы. То есть, голова, ну, сама машина, плюс двухосный прицеп с поворотной осью. Вот, и что они вытворяют на этих поворотах, это и на, той же, на том же заезде, на загрузку, на выезде. Они вообще не стесняются. В плане, как, что, чего, крутануть, закрутить, перекрутить.
замок и соскочил. Надо было сразу, конечно, остановиться, забрать его. Нашел бы два болта, да, и крутил. Ладно, так есть, так есть. Вот, я ехал со стороны Аосты, и вот как вот мы с вами сейчас спускались, вот в тех горах, вот такое вот у меня было 40 км. Я ехал, блин, 2 часа. А потом я, когда искал, как туда заехать, я вот разворачивался на каком-то из этих колец и увидел вот эту дорожку. Блин, вот опять. Вот опять. Не, ребят, мне надо ваша полоса. Иначе я заеду в забор. Прицепом. Вот как-то так приходится, вот как-то так, блин. Вот как-то, блин, так. Забор, маленький тротуар, люди ходят, балконы. Едьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя дорожный лист. Просто не представляешь, обо что ты можешь зацепиться правым зеркалом. Потому что столько для него здесь есть моментов, за которые можно зацепиться, что просто, просто ужас. Вот, 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 опять. Там знак грузовой нельзя, а здесь вот такая вот дорога. Вот опять, встречечка, возвращаемся. Что у нас там со временем? Ё-моё, 25 минут у меня есть. Вот почему-то здесь ты увидел этот первый съезд, а сюда ты меня привел почему-то с левой стороны. Как так-то, а? Вот. Автострада, а? А, просто А. Даже не без номера. Просто автострада. Ну хорошо, хотя бы просто автострада. Вот, вот здесь я ехал. Вот здесь я помню. Через 200 метров едьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя первый съезд. Хорошо. Короче, вторая девяточка. Едьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя первый съезд. Точно первый съезд? Подожди, какой первый съезд? Куда первый съезд? Здесь кирпич. Не дури мне голову. Ты что творишь? Какой первый съезд? Вот эту дорогу-то я, конечно, помню, но... Переположить? Да. Через 200 метров поверните направо на дороге с круговым движением. Съедьте, используя первый съезд. Короче, что рабочий навигатор Аболтус не знает, как тут ехать. Я смотрю, и мой не сильно, он футбольное поле, не сильно соображает что-то здесь, как ехать. Вот автострада. Будем, короче, по стариночке ехать. Через 200 метров. На дороге с круговым движением съедьте, используя эти съезд. Будем ехать по знакам. Налево, на дороге просто с круговым автострада. Движением съедьте, используя эти съезд. Будем ориентироваться на нее. Так. И на то, что где мы пролезем. Вот здесь знак грузовым запрещено. Окей. А мне туда и не надо, потому что эта дорога возвращает меня обратно. Так? Хорошо. Крутим дальше. Автострада. Окей. Используйте эти съезд. Здесь у нас заезд куда-то во дворы, я туда не помещаюсь. Значит, остается только вот эта часть. Сюда и ездить. Вот обычно таким макаром Италия, блин, и проезжается. И это еще не сильно в горы мы полезли, это мы только в предгорье, так скажем. А сколько было загрузок разной древесины в горах, где просто вот едешь по дороге, и прямо надо просто вот вдоль дороги ворота, в которые, оказывается, тебе надо было заскочить. И ты сразу их не замечаешь. Или же... Ты издеваешься, сколько здесь скорость, знак 50 висит. Или же, например, ты идешь и поворот с твоей полосы, и ты не помещаешься, надо со встречки, а ты уже пропустил, а сзади машина. И ты потом по этому серпантину едешь 20 километров наверх, чтобы где-то развернуться. Потом возвращаешься 20 километров. Причем уже смотришь внимательно на эти ворота, которые тебе надо не пропустить. Влетаешь в них, и это хорошо, когда ты пустой. Так. Едьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Вы превышаете допустимость. Ай-яй-яй, как ты вовремя сказала, я наскочил на спящего. Я это кольцо сразу не разобрал, вроде дорога прямо идет. Так. Итальянцы, как обычно, повороты никто не показывает, кто куда едет. И потом получается, что... Либо ты стоишь, как дурачок, а они все уходят направо. Либо ты... Так, автострада здесь. Либо ты начинаешь выезжать, а он, оказывается, идет по кольцу. Через 200 метров едьте на дорогу с круговым движением. И он тормозит, начинает тебе сигналить. Вот, уже, короче, темно стало. Ну вот эту дорогу я помню. Это по городу мы тут давились, тогда еще пробка была. Эту дорогу я помню. Вот чем классно ездить на... На повторяющиеся загрузки, так это вот тем, что ты уже знаешь. Куда ты едешь, вот угол дома торчит, блин. И мне надо выехать на кольцо.
вытащить прицепа, чтобы он не зацепился об бордюр, а потом сделать вот такое вот радио, чтобы он не наехал на кольцо, а потом дебилы паркуются на кольце. Вот, еще и знак. Сейчас еще здесь оторву, блин, какие-нибудь там. Вот. Вообще, выбираться мне еще и выбираться. Хорошо, солнышко, только я тебе не верю. Я поеду по знакам. Знаки что-то мне говорят. Ага, красненькие. Блин, еду в трех полосах сразу. Автострада направо. Ну да, молодец. На кольце направо. Вот что ты сюда вперся? Мы с тобой вдвоем не поместимся. И вот как, вот на кольце, блин, вот, вот красавица. И они здесь будут, может, чуть дороже, чем в немецком Лидлике, да? Но они здесь будут свежие, скорее всего, там, часть каких-то своих, и выбор здесь будет огромный. Но не как вообще стать, вот. И дорога дальше идет, вот такая вот узенькая. Стал бы на обочке сбегал, но тоже нет. Тоже нет. Обидно, и много таких вот ездил, особенно когда начинается сезон. Там. Апельсины, мандарины, они, наверное, свои вытаскивают. Вот едешь националками, и они стоят такие нарядные, прям эти фрукты, овощи. Прям так хочется купить, но оно никак не стать. Тут с левой стороны комбайн убирает. Кукурузу, наверное, больше ничего не осталось. Или гречка, что-то такое низенькое. Может, даже гречку. Да, кукуруза выше. Вот, так, автострада нам налево. Окей. Едем налево. Хорошо, хорошая моя. Начинаешь потихонечку соображать. Блин, ну как жалко замка. И как радостно, что он так удачно отскочил. Вот просто, просто великолепно. Так, стоп, а я что, не буду ехать по этой улице магазинной? По идее, должен. А почему он меня вывел на какую-то улочку, где уже написано, тракторам нельзя, велосипедом нельзя? Очень даже быстро, всего за полчасика выбрался из Абышты, Абышто, выбрался на нормальную практически дорогу. Раз здесь такая дорога пошла, значит скоро. Ну да, вот тракторам нельзя, это нельзя. А, ну это я опять еду, так как я сюда заезжал, да, сейчас иду в туннель. А я перепутал на кольце, ушел не в туннель, пошел поверху. А там деревушечка. И получается кольцо. Но потом этот туннель разрывается, и есть заезд в него, и я там уже соскочил у него вниз. Вот, потому что уже, ну, понял свою ошибку. Вот. Ну, сейчас, наверное, мы будем ехать двумя туннелями. Вот, наверное, этот разрыв, да, в котором я в него заскочил. Вот. Да-да-да, вот сейчас слева, наверное, да, слева будет спуск. Вот, не знаю, видно, не видно. Вот, я вот здесь заскочил в этот туннель, вот как легковушечки там дверкнули. Да ладно, на 3 километра всего. Начинается магазинами. Большущий торговый. Айкер.
куб. Огромный, просто огромный. Было бы где стать, я бы, наверное, дальше и не поехал. Сходил бы сейчас под сайт. Вы решаете допустимую скорость. Вот здесь надо быть аккуратно. Темно. Обочины почти нет. Но люди здесь могут ходить. Едьте на дорогу с круговым движением, а затем вот сейчас используя первый съезд. Надо выключать звук, потому что она не даст поговорить. Она будет просто безостановочно говорить, с какого кольца на какое кольцо ехать. Уже к Новому году, уже к Новому году украшаются. Вы, ребята, вы нормальные, ну куда, елки повыставляли. А, это они там продают, блин, красивые, слушай, зараза. Надо было заскочить. Дома живет уже одна итальянская искусственная елочка красивая. А, с красивыми итальянскими игрушками. Ну, потихонечку. Итальянские игрушки. Ну вот как так-то, ну вот как, вот как, вот как, ну, ну давайте. Ну, потому что вот этот фордик, блин, стал абы как. На два парковочных места. Вот ты моя радость, ну хоть кто-то молодец, показал поворот. Это редкость, редкость. Для Италии это вот просто редкость. А я буду показывать вам пример хорошего вождения. Вот здесь шмоточные магазины, Рагно. Да, вот какие-то штанишки девчачьи, здесь постельное белье, там ресторан проехали, вот здесь сумки, просто море сумок, туфли, здесь опять для детей, электромашины, коляски, опять кухни. Короче, если кому-то надо нормально пошопиться, приезжайте. Приезжайте. Вот интересно, просто улица. Вот, Seat Sangyeom Volkswagen, электроинструменты. Здесь что? Здесь все для катания на лыжах и для спорта. Вот тут Mercedes. Здесь опять чего? Здесь ботиночки. Так, на дорогу надо смотреть. А я смотрю, блин, в окна магазина, чтобы вам рассказать. С 9 до 8 все работает. Вот здесь куртки, шапки. Блин, вот надо было зайти купить шапку. Опять детский лего. Лего это хорошо. Зайти шапку купить. Уезжал из дома, еще было тепло, и я что-то забыл купить. Ой, купить. Забыл взять с собой шапку. Куртку как бы взял не сильно теплую, но нормально, должен в ней доехать. Сильно не замерзну. Надену свитерок потеплее под низ. Но забыл шапку, а домой буду ехать с каденцией, это будет уже конец ноября. Тут-то в Италии еще будет 15-17, так, это вот Ford Center. Много-много фордиков стоит. Адмирал, такой малюсенечки. Ой, не видели, о, магазин светильников. Даже аж засвечивается телефон, ни черта не видно. Такой малюсенечки адмирал, ребята, не видели вы минских адмиралов. Все, улица магазинная. Нет, подождите, нет, еще должно быть кольцо, и за кольцом еще. Еще за кольцом. Блин, вот болтаю, и в голове вообще никаких мыслей, где становиться. Где я буду становиться? Можно попробовать остаться здесь, на националочке. Единственное, я вот не знаю, это будет автохоф, или там можно будет встать. За спасибо. Вот, потом дальше там будет просто площадка. Просто площадка. Ее с автобана даже видно. Будет ли на ней место. И все, и потом выскакиваем на автобан. Блин, до него еще ехать и ехать. Потом выскакиваем на автобан. Но такое время, что на автобане. Сколько у нас уже? 7, да? 6 часов в Италии. Что на автобане уже будет становиться тяжеловато. Тяжеловато это раз. Во-вторых, надо найти где-то карманчик и написать. Вообще едем, может мы едем, блин, так сталкивать, дружище, в черной куртке, ни черта тебя не видно, может мы едем вообще в другую сторону, здесь дорога широкая, давай, наверное, вот здесь вот я стану ненадолго, а это продолжается улица магазинная вот эта, вот здесь ванные комнаты, да поморгай, ты знаешь куда себе, дорога широченная, так, ну что, ответила мне моя менеджер, куда мы едем, блин, и вот пока стоял, никого не было, как я сейчас решил ехать, вас там толпа, блин. Давайте, ехайте. Короче, правильно я поехал. Единственное, надо решить. Да где я буду ехать сегодня, блин? Я сейчас за Миланом, в сторону Турина. Выскочу я на автобан, где-то чуть-чуть не доезжая Навары. Суваться в Милан в такое время, я там просто застряну. Но кто ездил, тот должен знать, что... Кто знает, точнее, что до Милана особо стоянок таких как бы и нету. Ну, больших, удобных, где можно даже там как-то под знак засунуться, залезть, встать. Вот. То есть малепусенькие.
Я думаю, к этому времени сейчас они уже все будут заставлены. Даже под знаками, даже где-нибудь еще. Блин, до немецкой границы мне 600 километров. Завтра за день я добежать туда, наверное, вряд ли успею. Потому что на 22-й куча ремонтов. Плюс знак 60, потом это австрийский знак 40. Очень долго. Хотя, если стартануть пораньше, 50-м часом попробовать. Ну, ни до чего интересного, конечно, я не добегаю даже, да? В Штейн заехать на 4 дня, это вообще не мой вариант. Но, скорее всего, ночью еще погонит проехать. Четверга на пятницу. Ну, не погонит, попросит. Встать на границе. Там, в принципе, перейти дорогу, можно сходить. Хотя бы в тот же Лидл. Два раза. Завтра среда. Завтра среда. А в четверг. Немцы, вся эта часть, в которой я буду стоять, она вся закроется. Практически до Нюрнберга все будет закрыто. Только у меня там выше. Если как-то попробовать проскочить, надо посмотреть, во сколько они закрываются. Может, как-то получится проскочить с утреца. Тогда есть возможность четверг еще выгрузиться, загрузиться и где-то стать там наверху. Тоже не самый лучший вариант, потому что там холодно. В идеале, конечно, хотелось застрять в Италии. Спать без вибасты. Вот, 15 градусов, солнце село, 15 градусов. Ну, вполне хорошая погода. Так, на Милан нам прямо, значит, едем прямо. На Турин поворот направо. На Турин нам не надо. Блин, темно, ни черта не видно. Может, тут где-то в промочке можно было как-то тусануться, стать. Вот тогда я ехал, здесь пробки были. Вот тогда три. Как-то вот так вот все происходило. В принципе, уже, наверное, скоро и автобан. Вот ни черта не видно тут в этой промке. Я сюда ехал, видел, тут были заброшенные какие-то логистики. Навотел, почти навител. С карманами возле них. Можно было даже просто тупо здесь встать, в каком-нибудь таком кармане, отстояться до утра и поехать. Но, блин, сейчас, ба-бам, в темноте не вижу, где брошенные логистики, где можно припарковаться, а где не брошены, где завтра утром. Ну я рано уеду, в принципе, я рано уеду. Опять вот с двух полос заезжаем на кольцо. Красавчик. Ну, блин, наверное, дальше уже нет смысла снимать. Все самое интересное показал. Замок оторвал. А, и завтра еще сфоткаю. Сделаю видос от замка. Блин, вот здесь вот могут выскочить какие-нибудь спящие. В темноте ни черта не видно. Так, стоп, у меня будет длинная прямая, потом у меня будет поворот направо 90 градусов. И там совсем чуть-чуть и автобан. Но на этом повороте 90 градусов должен будет быть вот этот вот автохор. Или просто, вот стоянка. Не стоянка, площадка. Я думаю, можно было засунуться. Я же ее видел, еще думал про нее, когда еще на монтажке. Сейчас монтажка, но она легковая, блин. А замки, наверное, отдельно в Италии не продаются. Ну, вот дети со школы только идут. Только со школы идете, ребята, вы чего? Так, камера. Моргает. Но на это не наклеено. Обычно на них наклеено еще на какую скорость она настроена. Блин, 6 часов вы со школы. Ну не может же быть вторая смена, потому что не учитесь 2 смены. Блин. С одной стороны, как-то иногда думаешь, прикольно было бы вернуться в школу. Надоела эта взрослая жизнь. Ну, поехали, ребят. А потом, да ну его нафиг. Я вот еду. Смотрю по сторонам. Блин, сколько камер, а? Камера на камере. Камеры вообще итальянские, это моя любовь. С каждой каденции я привожу итальянскую камеру. А они тут кусачие, мать их. В зависимости от превышения. Там начинается, там 120, 220. Ну я пока. Сколько у меня рекорд? 120 или 140? Фирма заплатила?
просто нереальные цифры. И вот эти пацаны, поскольку долго очень искали, там по полгода не могли найти машины, у них набегала пеня там 600 с лишним евро. При мне товарищ пошел получать зарплату, у него в один месяц два итальянских штрафа. И, ну как, два в один месяц, может он нарушил в разные месяцы, но нашли они гертеку в один месяц. Вот, и 650 и 700 евро. То есть человек еще остался должен. Ну не, не остался, там, наверное, что-то получил. Реально у него там 1300 зарплата была. Хотя, он там ездил, как он там ездил. Но это при мне было, он сам мне показывал. Расстроили бы ужасно. Блин, да я бы был бы расстроен. Такие деньжищи отдать. Националочки итальянские, чем-то мне даже Россию напоминают, и Беларусь, в районе вот, не по платным дорогам, когда в Беларуси едешь, в районе, что-то я уже и спать хочу, Полоцка, хотя может там сделали, я уже с этой каденции, уже год не был в тех краях, может и сделали там уже что-то, и может там уже красиво, но такие вот, узенькие, немножко с ямочками по правой стороне дорожки. А еще темно, ночь, ни черта не видно. Вот, наверное, вот эта стоянка. Блин, вот вообще не знаю, что делать, а? Что тут у нас? Нет, еще не она. А где же она тогда? А где я вообще еду? Ай, вот она. Вот грузовики стояли. По кольцу прямо, а там за ней было еще предприятие и площадка, значит это не она, значит это просто какая-то стоянка. Так, стоп, а где указатель, что тут автострада? Дурень, иди повернул, чучело. Блядь, вот дурилина, ну. Покажи, что тут у вас. А, ну да, все, я уже почти приехал как-то. На дальнем будем ехать. Вот почему я такой добрый? Почему я не моргаю дальним в ответ? Может, не добрый. Просто пам-па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 
платежечка. Оплачивают две стороны, кто ездит, кто на Турин, кто на Милан. А просто после платежки обход указательно паркинг, блин. Блин. И место валом. И место валом. Вот, оплачивают две стороны, тут две телепасины, да? Да, две телепасины. Заезжаем вот в такую вот штукенцию. Кликает мой телепас. Открывается. И здесь мне надо туда, Турин, Милан. Здесь мне надо на Милан. Берем левее. Все. В принципе, я думаю, больше ничего интересного. Блин, а как тут? Тиражок или ящик какой-то? Ладно. Вот такая вот развязочка. Сейчас я проеду над автобаном. Над автобаном. И начинаю спускаться к автобану. Так, вот спускаемся. Ну, в принципе, и все. 1 час 2 минуты. Выбрался с итальянских националок на автобан. В принципе, все. Если кто-то целый час досмотрел, палец вверх, кнопочка подписаться. Если вообще никак не зацепило, не понравилось, палец вниз. Ну все, я на автобане, врубаем круиз. Смотрим, сколько мне до выгрузки, 1050. И в тишине, без записи видео, думаем о завтрашнем дне, что делать завтра. Все, всем пока. Всем был рад видеть, слышать. Удачи, берегите себя.